Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня приехал в район Тосмар. Тут в новостройке продается 2+1. Проект был сдан в 2016 году. У нас открытая парковка. Видеонаблюдение 7/24 часа. Ухоженный сад. Есть инфраструктура. Сейчас я вам покажу. 2+1 под ключ. Вот большой бассейн. Зонтики, шезлонги тоже стоят тут. Душевая часть. Наверху у нас генератор, теннисный кот. И должна быть беседка. Открыта парковка. Вот фасад здания. В 2016-2017 году был сдан этот проект. Новостроек в районе Тосно мало, так как здесь раз, два, три года открывают, дают разрешение на строительство. Здесь у нас теннисный корт, баскетбольная площадка, зона барбекю. Айдат 210 лир. Вот зона барбекю. Рядом также строится новый проект. Сеть магазинов ШОК. Вот в шаговой доступности. В левой стороне у нас сеть магазинов А101. До главной дороги у нас отсюда 200 метров расстояние. До моря 550-580, максимум 600 метров. В зависимости от той дороги, которую вы используете. Тут также есть подземные проходы к пляжу. Также к песчаному пляжу, если влево уйдете. Вот, как бы море там. Если пойдете в эту сторону, где отель Diamond, там очень хороший пляж. И речка Дим у нас в том направлении. Отсюда 500 метров до речки Дим. Пока не снял инфраструктуру, сразу скажу цену. Дорогие зрители, цена квартиры 139 тысяч. 900 евро. Продается под ключ. Смотрим дальше. Даже отпечаток поставили. Ого. Поняли? Ага. Лобби. Есть два лифта. Квартира находится на среднем этаже этого проекта. Фитнес-теннисный стол. Все функционирует. Тут душевые кабинки и тому подобное. Здесь римская парная комната, большая, не маленькая. Тут у нас сауна, как-то работает, в какие-то не работает. Так, вот, большая сауна. И тут у нас хамам. Там не пользуются. Зимой открывают. Еще раз скажу, айдат 210 лир. Поднимемся мы на средний этаж. Сторона квартиры восточная. Вот, дорогие, такой лифт. Вместим 6 человек. Два лифта. Девятиэтажный проект. Вышел я в коридор. На этаже у нас 8 квартир. У нас большая прихожая. Квадратных метров чистых тут 98-103. Жилая. Потому что большая прихожая, коридор.
Значит, здесь у нас санузел. Большой, не маленький. Проточный водонагреватель фирмы Veito. Так, вот смотрите, прихожая большая. Продолжаем коридор. Спальни тоже большие. Здесь как минимум 17 квадратных метров. 16-17 между ними. Лесенку забыли взять. Второй санузел. Два санузла. Высота потолков 270 сантиметров. Это у нас вторая спальня. Здесь 13,5, максимум 14 квадратных метров. И один огромный балкон. Угу. У меня также есть альтернативные квартиры, которые я не снимаю. Приезжайте в Алань, дорогие зрители, звоните мне, и я вам покажу конфетки, пирожки. Они у меня спрятаны от чужих глаз. Так вот, дорогие зрители, у нас кухня, совмещенная с гостиной комнатой. Бытовая техника, где-то Bosch, где-то Vestas. Siemens даже есть. Тосмар тоже считается дорогим районом, так как он близок к центру города. И тут тихо, спокойно. Большой балкончик, балкончик. Вот. Такой вид с квартиры. Цена 139 900 евро. Есть маленький торг, но есть. У меня есть, вот еще раз говорю, альтернатива, очень хороший вариант, который я не снял. Так что звоните, пишите по номеру. Плюс 90 555 064-91-10. С вами была Гаси из Солнечной Алании, район Тосмор. Всем пока-пока.